Вы знаете, я не сторонник различных конспирологических теорий, поэтому вот в такой форме я вообще не готов ответить на заданный вами вопрос. Могу сказать, что отслеживание и корректировка текущей экономической ситуации, в том числе внутри нашего государства, является частью работы президента, правительства и людей, которые помогают им в этом. Поэтому я думаю, что совершенно нет ничего из ряда вон выходящего в том, что уделяется серьезное внимание обсуждению экономических процессов. Это нормально.